Ульяновске продолжается замена лифтового хозяйства в многоэтажных домах. Подъемники, попавшие в региональную программу, установлены 30-40 лет назад. Многие из заводов-производителей уже не существуют. Хотя эксплуатировать подъездный транспорт можно и больше 60 лет, вопросы постоянного ремонта будут стоять остро. И главное, они не всегда смогут обеспечивать безопасность граждан. Поэтому в области принято решение менять лифты, которые еще даже не признаны непригодными. Первое число ноября уже первое. Значит, лифты уже будут запущены, то есть они пройдут освидетельствование, то есть пусконаладочные работы, и уже собственники начнут их использовать. Первый этап мы планируем завершить где-то в последних числах ноября, вот, до конца этого года, то есть второй этап, это в сумме 150 лифтов будет уже смонтировано на территории города Ульяновска и города Димитровграда. В программу попал и дом, прописанный по центральной магистрали областного центра. В пятом подъезде девятиэтажки Поминаева 7 лифт уже заменен и в ближайшие дни начнет снова служить жителям дома. А соседний четвертый подъезд только готовится к уводу. Старый лифт демонтирован, жильцы пристально следят за ведущимися работами. Тут вот некоторые говорят, зачем, в чем ездил туда-сюда. Ну вот в первом подъезде, там старшая по дому живет, она говорит, уже в этом или в том году признали, что он вышел из строя, надо менять. Ну и у нас тоже возраст одинаковый. А весной, когда вот это лифты пришли в город, значит, жильцы проводили голосование, все единогласно, кто голосовал, никаких противников не было. Так что если кто-то возникал по поводу того, что не нужно их менять, их менять давным-пора. Новое оборудование в регионе будет установлено к концу 2016 года. Расчет же с подрядчиком планируется произвести в течение последующих 5 лет. Егор Титов, Андрей Полянский, новости Ульяновской правды.